дернул черт за ногу. Я ж рыбак. Думал, тут клюет. Бревно! Ах ты ж, ёперный балет! Парень, ты это... Будь осторожен! Эта вода опасна! Там не только рыбы живут! Ну скоро увидишь, кто там живет! Если кричу бревно, хватайся за поручи! Живой! Ах ты! Ты извини, я не догадался тебе про бревна наверху сказать! Местные-то все знают! Не шуми, шибко. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Тихо, тихо. Мы вас не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в шутку пишем. На вид они, конечно, жуть. Мясо просто умотнет. Особенно под пивом. Часто такое случается. Вот же угораздило. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных песках. Фу! Вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Правда, симпатяшки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас.
Раздразнил их! Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу! А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал! Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза! Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется, ты чё? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спок, Семенович еще всех вас переживет. Здорово, дефин! Как улов? А нет улова. Сами еле ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да все переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть плотью не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... По этому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в туннеле. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Э, Семён, дело есть! Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же им еще? Кстати, кто это с вами? Это Артём. Гроза креветок. Ты бы видел, как он стреляет. В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок, говорит? Слушай, пару десятков жбанов тут неместным прострелить не поможет? Опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Босман, ну ей-богу. Ну самое же время. Приходи, набери тепленьким. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет, это твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Вернулся вчера с Октябрьской, с братаном. Не мешай! Короче, пока были, завернули в церковь. Так, что тут у нас? Музыки? Парень, ты ж... Эх, побольше бы таких гостей, как ты, парень. Ну что, места больше нет, стоять? Спасибо. Я уже ее видеть не могу. Ты бы мне хлебушка достал, а? Где же я тебе хлеб возьму? Кто его там? Даже самого кузнецка нет. Ботинки! Носа нет. Хоть бы к стенке отошел, а то стал на прохладу. Ну что, осмотрелся? У меня к тебе серьезный разговор. Давай на чистоту. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецке тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А то у нас с толковой молодежью бандиты кругом. Ну кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, пообвыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Надо же! Встали и вышли! Простите, что вы сейчас не понял? Канай за столик! Ну, мы же тут уже... Ты тут что вообще, а? На кого ты тут? Рамсы попутал вообще! А ну пошли! Тихо, тихо, Тоха! Куда пошли? Не, ну я чё сказал? Канай! Ну сейчас всё! Барахло своё забери! Ну сейчас, сейчас! Нет, чё так медленно? Я тут чё-то не понял! Все. Вот, сидит. Сейчас еще по одной. По одной? Это... Ты че, опупел на дороге торчать? Куда же? Всю бутылку. Перышки, что надо. Чистотики, все. Ну, может, хоть поспи. Бывай, пацанчик. Если что, я завсегда буду. Такая... Проверьте свою метку.
Чем могу быть полезен, молодой человек? Пишите! Количество мишеней ограничено! Бабос, что там у тебя? Эй, парень, сыграешь? Да ну, пацаны, ну и какой бабос? Не берут же нифига! Фига себе, не берут! Ты чё вообще разобрался? Надо кому-то уехать, парень! Мама, ну хватит, хватит. Что случилось? Мишка потерялся. Тихо, тихо, тихо. Ну все, все, все. Найдем твою Мишку. Мама сказала, что их земля. Стрелок бывает меткий и быстрый, или мертвый. Проверь, из каких ты. Да без мазы тут ему, он и в стену не попадет. Пройти, дай мне. Уникальный шанс доказать свою метку. Правила просто. На позицию. Ну чё, кто со мной забьется, что он все мазанет? А полные штуки! Лажанется с пола! Да хоть ты, ты чё, он косой же, реально! Ну смотри, забились! Молодец! Держи патроны! Может, поднимем ставки? Пацанчики, кому гранаты? Гранаты кому? Ты за товаром? Завтра приходи. Пацаны обещают. Специальные цены на меню. Большие. Телок не калечить, ясно? Свежее мясо. Эй, а деньги? О, шараши! Жмукра местного спросили. Брысь! У нас тут ни коммунизм, ни раз. Это ты чё, вообще? Совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Чё, в натуре? Да чё ж такое? Всем корешам за так дай, а патроны всё равно гони. Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым и дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик. Двинули чё, дальше, мне... дело не ждёт. Что за... Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ну сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что-то... Что тебе станцевать? Устраивайся поудобнее, сладенький. Красавчик, вижу, что понравилось. Если хочешь еще, так и говори, не стесняйся. Эй, если надумаешь вернуться, я всегда вам тут, рядом. Не хочу торчать. Глянь разок, как тварюка за решетку проберется, и поймешь. У них панцирь, ого-го, пули так и отскакивают. Налетаю. Разве сюда. Только в хрюсла открытые цели? Хорошая штука, так правда? Повторить? Надо. Ого, говоришь? А эти соли подкину. Ну и дури хорошие. Специальные цены на меню. Большие скидки. Самое свежее мясо. Покупайте! Налетайте! Разбирайте! Я хотел Мишке показать, как у тиры стреляют. А дядя на меня накричал, я убежал. Братва, есть чисто конкретные волыны, свежая поставка.
Посетите наш тир! Спешите! Количество решений ограничено! Зачем ты паришься? У тири аккурат свежа. Мы просто крику, никто и не прочухает. Что за ботва тут была? Походу, блин. Надо таки поглядеть тут. Падла как-то. Да, мне. Торчишь ты, торчишь там, блин. Что за... Вот он, папа! Вот! Брат, вот это падла! Шнур!
Пацаны! Же, кого я вижу? Ох, ловкач, все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, суть! Артём? Ах ты, сука! Ушёл, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допёр? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебя отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее.
Надевай. Это тебе мой презент. За бандитов. Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. В воду не суйся, сожрут. Ну все, с Богом. Удачи, Артем.
Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно.